яркая вспышка. Яркая вспышка и шум такой. И стекла полетели. И запахло тротилом или такая взрывчаткой запахло. Когда учения были в армии, служил, такая запах была. Взрыв пакет, когда учение проводится, вот такая запах. Вы были прямо в вагоне? Нет, я был в третьем вагоне. А взрыв прошел в втором вагоне. Как это выглядело? Подпрыгнул. Яркая вспышка, сразу стало темно. Я слышал, видел, а потом я заглушил меня. Я людей вижу, а ничего не слышно. Поднимаясь на эскалаторе, услышали сразу взрыв. Также крики женщины. Как бы эскалатор потом остановился, все сразу, ну, разом обернулись, потом началась какая-то паника, все начали подниматься по эскалатору. Мы уже когда поднялись наверх, все сотрудники метрополитена начали нас выгонять, и когда мы уже вышли, там, собственно, уже началось задымление. То есть, потом мы вышли, и как бы все начали приезжать, там,